Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас распаковка посылок с AliExpress. Давайте начнем. Первой посылочкой будет у нас... Давайте вот эта маленькая. Пришло их мне много. Здесь у нас вот такая вот зажим для приправ, специй. Заказывала я его за 66 копеек. Вот такой вот один зажимчик. Хорошенький. Давайте посмотрим, как он. Ну, к примеру, тут пакет, конечно, пупырку, но зажимает шикарно. Так, нормальный зажимчик за 66 копеек пойдет. Не знаю, сколько прослужит. Ну, так вроде ничего. Так, дальше вот такой пакетик. Открываем аккуратно. Возможно, там шарик воздушный. Так, да, тут шарик. Смотрите, как упаковано. В отдельный пакетик. Опа. Фу, запах есть, конечно. Не очень приятный. Вот такой вот шарик. Я, если честно, думала, что он будет больше. Я думала, он будет огромный. А он пришел вот такой маленький. Ребенку на день рождения. Как раз. Так. Такой вот шарик. Да, запах, конечно, есть небольшой. Ну, в предыдущей распаковке у меня был шарик, у меня тоже были шарики, они воняли вообще жуть. Дальше вот такая посылка. Здесь у нас что? Здесь у нас гель-лаки в пластмассовых тюбиках. Давайте посмотрим. Странные они. Такие тяжеленькие, полные, что ли. Так. 8 миллилитров. Красиво. Таким розовым цветом. Нужно будет выкрасить обязательно. Но это будет выкраска уже в следующем видео. Девочки, тюбик прям полный, вот так вот, прям под завязку. Вообще супер. Я и чувствую, тяжеленькие такие. Офигенно. Первый раз вижу, что в пластмассовых тюбиках еще и вообще полный. И тут тоже такой красивенный. Там розовинку, тут и зеленцу. Классный. Не помню только, что это у нас. Кошки, не кошки. Номерки, девочки, смотрите. Ссылки все оставлю в описании под видео. Также напоминаю о розыгрыше. Как только мы наберем 1000 подписчиков, я сделаю мега крутой розыгрыш. Так. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите, кстати, чего еще хотели бы увидеть в распаковке. Что еще вам было бы интересно? Какой товар нужно заказать? Какой протестировать? Так, сейчас посмотрим. Ой, ты господи. Красиво. Даже побольше, чем в предыдущей. Но очень красиво. Тоже будем тестить все потом. Красота. Втирок у меня немерено. А мне все мало-мало. Я все заказываю. Так, ладно, поехали дальше. Так. Дальше давайте вот такую откроем. Здесь у нас. Да, заказывала вот такую вот штучку. Давай, дружочек.
здесь у нас снимать вблизи. В общем, вы поняли, да, что я вам рассказывать буду. Для съемки вблизи, там, вдаль, не знаю. Подождите. Вообще, по-моему, должно быть 3 вот таких штучки. Но они, наверное, здесь есть. Ну, в общем, вот такая вот штучка. Ссылку оставлю. Кому интересно, почитайте, зайдете на сайте. Так. Попробуем. Тоже с вами протестим. Только все потом. Надеюсь, она будет мне полезна. Тут вот все написано на коробочке. Чё к чему. Ну все. Вот такая вот макросъемка, что ли. Вот, хотелось мне. Очень. Так, дальше. Это то, что я ждала. Очень. Очень. Это типсы, конечно же, угадайте для чего. Ну, конечно же, для того, чтобы я рисовала дизайны и вам показывала. Вот такие типсики. Заказала 3 штучки, чтобы было немало. Ну, обычные такие, ну, хлюпенькие, но рисовать пойдет. Как раз у меня есть большие типсы, но прям там вообще вот рисуешь какой-то мини-рисунок, получится... Как будто, ну, некрасиво на большой типсе. В общем, решила вот такие заказать, но вот таких будет круто. Для рисования пойдут. Отлично, пришли они недолго, шли они недолго. Вроде их по 50 штук каждой упаковочки. Номерочек 3. Как раз то, что надо. Вот такие типсики. Так, следующая посылка. Это... Губка меламиновая. Одна. 66 копеек стоила. Вся мятая. Ну, пойдет. Так. Дальше. За 25 рублей заказывала я. Это наволочка. Такая наволочка, был купон на нее. Ну, такая обычная наволочка. Размеры, не помню, 45 на 45, что ли. Такой вот замочек. Сшито, смотрите. Отлично. Ну, тут изнутри, конечно, нитки есть. А так... Нам же внутренности не нужно. Самое главное, чтобы никаких дырок. Так нормально пойдет. Замочек рабочий. Симпатичная наволочка за 25 рублей. Супер. Запаха нету. Так, дальше. 115 рублей. Здесь мои пилочки. Смотрите, упаковка как. Не было у меня таких пилок. Вот очень мне захотелось. И теперь они у меня есть. Сейчас посмотрим. Набор был. Ну, обычно. Металлическая. Края такие, ну, прям не знаю, девчонки некоторые пишут, прям остренькие. Ну, нужно пробовать. Все с вами протестим. Файл. Давайте вот так посмотрим. Файл подходит четко. Вообще шикарно, даже немного остается. Такие, я не помню, блин, какой я... заказывала. Похоже на 100, что ли. Так, ну ладно. Будем с вами пробовать. Будем.
Посмотрим, как они пилят. Так, дальше вот такая посылка. Здесь у нас щетка. Вот такая. Чистить кастрюли, сковородки. Но видела и я отзывы. Точнее, видела у девочки обзор уже на нее. И, конечно же, я видела это после того, как заказала. И она сказала, что это одноразовая губочка. Ну, пару раз можно. Стирается очень быстро. Ну, посмотрим. Попробую почистить так, как выглядит классно. И, ну, жестко. Хорошо, думаю, чистит. Так. Дальше. Дальше вот такой пакет. Здесь я не знаю, что. Очень много посылок за 2 дня навалило ко мне. Ага, здесь шарик. Здесь у нас шарик. И он у нас... Ух ты! Ух ты! О, да. Короче, он очень огромный. Вот такой в сердечках. Это большая цифра 2. Ребенку моему будет 2 года. Вот заказала 2. Запах есть неприятный. Огромный, огромный вообще. Так, дальше. Вот такой вот. Замотаны. Так, что у нас тут? Давайте смотреть. Здесь у нас. О, гель-лаки. Нет, не гель-лаки, эти гели для стемпинга лаки. Лаки для степпинга от Born & Pretty. Заказывала на AliExpress. Ну, тоже протестим с вами. Запах обычный на лаках. Ну, как обычно у всех лаков. Белый и черный. Молодцы, что прислали. Так, поехали дальше. Дальше такая малюська. Здесь у нас какая-то втирка. Снова какая-то втирочка. Я все уже не помню, что заказывала. Ну вот не помню, хоть убейте меня. Что это за втирка? И с чем ее едят? Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. Вообще не знаю, что это. Красивая. Очень красивая. Ну, все будем с вами тестировать потом. Не помню. Ладно. Дальше у нас такой пакетик. Здесь у нас тоже на ощупь гель-лаки. Здесь у нас гель-лака вот такой фирмы и вот такие номерки. Коричневый, прям коричневый такой. Так,
это что? Витражный, что ли? Ну да, наверное, витраж. Ну ладно, потом все посмотрю, перепроверю. Потому что я не помню вообще этих заказов. Так. Дальше давайте вот этот моточек. Здесь у нас боксик для страз. И вот в этом у нас еще один боксик для страз. Заказывала я их 3. По 69 рублей. Один пришел уже давно, а вот эти 2 только дошли. И почему-то все в разных этих пакетах. В общем, вот такие боксики, все их знают. По 69 рублей заказывала. Вот так вот пойдет для страз. Я люблю стразы. Все любим мы стразы. Так, здесь у нас... О, да. Бафики. Только вот качество бафиков мне что-то не устраивает уже. Заказывала специально белое. Они должны были быть хорошие. А это просто вообще уродство просто. Вообще ужасные бафики. Ужасные. Он даже пилить ничего не будет. Я заказывала до этого. Вообще он весь сыпется. Вообще ужасный. Ой. Отвратительно. Вот похоже на, знаете, на что? На губку меламиновую. Только так без... Тут чуть-чуть сверху такой, знаете, жестковат. Короче, вообще хрень полная. Я заказывала на Али хорошие бафики, но это уродские бафики. Вообще я... не знаю, мне не нравится. Ужас. Так, последняя посылка пришла быстро. Нравится мне этот магазин. Заказывала я там не первый раз. И это Виналиса. Конечно же, наша любимая Виналиса. Нравится мне фирма этих гель-лаков. Кто смотрел мои обзоры, у меня видел, есть специальный альбом уже с выкрашенными типсами. Вот я дозаказываю, чтобы были все цвета у меня. Вот так. Пока 6. Так, давайте посмотрим. Давайте с этого начнем. 915. Ой, хорошенький цвет такой. Нежно-нежно бежевый. У вас он больше в желтизну в какую-то отдает. На самом деле он такой нежный. Симпатичный. Так. Давайте вот этот без шиммера. Номер 931. Ух ты! Закрыто прям хорошо. Здесь у нас вот такой цвет. Тоже красивый. Вот он вживую, так же, как и на камере. Так, дальше. Номер 949. Такой красивый. С шиммером цвет. Правда, какой-то он пузырится. Ладно. Будем смотреть, выкрашивать. Такой вот цвет красивый. Так,
Дальше 951. Ой, какой красивый цвет. Тоже шиммерный такой. Очень красивый. Кисточка торчит. Но я думаю, ее подстричь можно. Так, дальше вот такой зеленый. 960 номер. Красивый. И 959. О, да, вот это вообще красота. Смотрите. Вообще, ну нереальная красота. Все блестит. Очень круто. Будем с вами потом выкрашивать наши гель-лаки. А вот про что я и говорила. Вот такой вот альбом Виналиса. И тут сидишь и выбираешь себе цвета. Вот их не все цвета. И сидишь, выбираешь. Также клиентам очень удобно показывать. Была распродажа, я купила себе такой альбом. Очень удобно. Достал, показал клиенту. Клиент уже выбрал, какой цвет он хочет. И буду дозаказывать все. Вот такая вот была у нас сегодня распаковка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что понравилось. И, конечно же, будут обзорчики, тестирование. Всем до новых встреч, всем пока-пока!